Это панорама Иерихона. Там какой-то митинг идет, посвященный пятнице. Да, вот тут вот такой пустырь типа помойки. Поваленная финиковая пальма лежит. Ну, на территории палестинской автономии, скажем так, порядка меньше, чем в Израиле. Как тут здесь все, как тут все запущено, хотя вроде народа здесь больше, чем в Израиле. Ну, наверное, какие-то причины есть. Так что вот снимайся на территории палестинской автономии в очередной раз. Флаги здесь палестинские. Привычное. Ну, какой-то колючая, очень колючая вот эта штучка. Наверное, ну это деревце какое-то колючее. О, финиковая пальма такая. Пау. Это, не, ну значит, наверное, не финиковая, а может финик. Кострище. Ну, помойка это тоже показатель. Интересно. Да, такой митинг идет очень эмоциональный. Америка плохо, доллар хорошо. Это переделанный лозунг: Америка плохо, Россия хорошо. Такая вот Иерихонская помойка. Ну, мы немножко отъехали от Иерихона. Основная масса людей обедает. Вот, но они издалека ехали. Мы сблизи, поэтому мы не обедаем. Тут такой туристический оазис, в который мы приехали, в который я снимал уже внутри.